конкурс English Song Festival 2020 проводится в Московском областном филиале МФЮА уже третий год подряд. И каждый раз музыкальный концерт превращается в волнительную и удивительную встречу с красотой английского языка и английской песни. Сегодня в нашем зале собралась самая творческая молодежь Сергиево-Посадского городского округа и прилегающих районов. Дорогие конкурсанты, любой конкурс – это испытание, но я точно знаю, что вы его пройдете. Я желаю вам творческого общения, удачи, вдохновения и только победы. А всем желаю отличного праздничного настроения. Символично, что церемония открытия конкурса началась с вокального выступления старшего преподавателя кафедры общегуманитарных и естественно-научных дисциплин Сергея Шиляева, который решил поддержать участников всеми любимой Дилайлой. Поскольку в конкурсе участвовали школьники и студенты, номинаций было две – лучшее студенческое выступление и лучшее выступление школьников. Вероника Серова учится в 10 классе, в конкурсе участвует впервые. И сразу же, что называется, выстрел бронебойным. Она исполнила классику от Нины Симон. На самом деле, эта песня достаточно давно в моем репертуаре. Я ее пою и с ансамблем, сольно в этом ансамбле. Она мне очень нравится. Выбрала ее, наверное, потому что как-то близко ко мне. Жюри представило оценить вокал, степень владения английским языком, оригинальность и артистичность исполнения, а также атрибутику номера. Конечно, участники очень волновались, но зал поддерживал конкурсантов бурными аплодисментами. И все же конкурс есть конкурс, в нем должны быть определены лучшие. Хотя сделать это жюри было совсем непросто. Ребята представили более 30 сценических номеров. Ну а зрители получили настоящее удовольствие от настоящей живой музыки на английском языке. Ирина Самойлова, Михаил Богоровский, «День города».